Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. И сегодня мы разбираем платье, вот это вот, смотрите, очень красивое, платье-туника, вот, ну, платьюшка я бы, скорее всего, назвала, очень интересное, цельновязанный перед спинка. На самом деле сложностей никаких, просмотрите это видео и убедитесь, что вы легко справитесь с расчетами связания этого платья. Вот я больше чем уверена, что никому не понадобится подробный мастер-класс. Итак, давайте начнем сначала с узоров. Узоров у нас два. Я набираю образец. Тут, по сути, в этих узорах, в обоих, нам не важно, как бы четность, нечетность, что очень удобно потом впоследствии. Первый узор, всем известный рис, девчонки. Ничего сложного, кто не знает, показываю. Первый ряд, резинка 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Кромочную, изнаночную, ну это уже там, смотрите. Второй ряд, как смотрят петли, то есть лицевая, там где лицевая, лицевая, где изнаночная, изнаночная. То есть резинка 1 на 1, по сути, первые два ряда. Третий ряд. Мы меняем местами. Там, где была лицевая, мы вяжем изнаночную. Где изнаночная, лицевую. И вот так вот до конца ряда мы просто сдвигаем, делаем сдвиг вот этой вот резинки. По сути, резинка остается, но она смещена. То есть поменялись местами лицевая с изнаночной. Второй ряд по узору, как лежат петли. И далее в каждом лицевом ряду мы делаем смещение, то есть на месте изнаночной мы вяжем лицевую, на месте лицевой изнаночную. И так далее. Изнаночный ряд у нас будет по узору все время, а лицевой ряд у нас будет смещение этого узора. Вот и все, весь узор. Я думаю, вы его прекрасно знаете и уже вязали им. Вот. Так, понятно, да? Основной узор основного полотна и дополнительные вот этого вот воротничка. Там у нас чередуется лицевая, изнаночная гладь. Один ряд лицевые, первый ряд лицевые петли. Второй ряд изнаночные петли. Здесь будет чередоваться 4 ряда всего лишь, тоже очень просто. Третий ряд изнаночные петли, вот два ряда у нас лицевой глади, третий ряд изнаночные петли, четвертый ряд лицевые петли, вот и все, и начинаем с первого ряда. Ой, господи, смотри. Вот наш раппорт. Два ряда лицевой глади, два ряда изнаночной глади и так далее. И оно потом собирается в эту гармошку. Я не могла понять, зачем, но оно выполняет очень нужную функцию, вот этот вот узор. Очень красиво будет, кстати, если вы это платьюшко будете вязать основную деталь
пряжей, какую вы выберете, а вот в эту кокетку добавить либо с пайетками, тонкую нить с пайетками, либо с блестками. Вот очень красиво будет и нарядно смотреться, и это будет совершенно другой эффект, вот, если вы добавите дополнительную нить в эту кокетку блестящую, что сейчас очень модно. Так, ну что, давайте приступим к разбору, девчонки. Что нам нужно, по сути, измерить для того, чтобы вы посчитали это все на себя? Вот такая вот у нас конструкция. Спинка точно такая же, только без кармана и без вот этой кокетки. Там у нас сам воротник. Ну, это я так думаю. Сам воротник у нас, вот это второй узор у нас начинается отсюда уже, с горловины. Значит, что мы делаем? Мы измеряем обхват груди. Да? Давайте, допустим, пусть будет 96 сантиметров. Возьмем четное, чтобы делилось на 2. Делим его на 2. Так, и это у нас 48 сантиметров. Да? То есть, вот эта часть у нас должна быть 48 сантиметров плюс на свободу прилегания где-то плюс 5-7 сантиметров. То есть это уже как вы хотите, то ли свободнее, то ли поуже. Тут уже на ваше усмотрение, вот эту свободу прилегания смотрите сами, девчонки, определяйте. Да, я добавляю 5, скажем так, у меня получается 53 сантиметра. Далее, что у нас к низу идет трапеция. Начинаем мы вязать снизу. Значит, вот эти 53, сейчас мы работаем сантиметрами. Вот эти 53 сантиметра в груди мы добавляем, вот это у нас 53 сантиметра в грудь, потом у нас идет где-то 10-15 сантиметров на трапецию. Тоже в зависимости, девчонки, смотрите сами, насколько расширено вы хотите. Так, вот на образце я бы сказала, что там где-то 12 сантиметров добавлено, хотя может и больше. Может и 15. Вот тоже визуально сложно определить. Но давайте 15. У нас тут получится 68 сантиметров. То есть нам нужно набрать 68 сантиметров. Вяжем образец. И по образцу определяем плотность вязания. По плотности вязания, по образцу определяем, сколько нам нужно набрать петель на 68 сантиметров. Расчет оставлю видео под видео в описании под видео, оставлю видео, как быстро это сделать, этот расчет петель. Вот, вы считаете, сколько вам нужно набрать. И вы считаете, сколько вам нужно, сколько петель по этому же расчету у вас должно остаться на 53 сантиметра на грудь. Здесь вы еще определяете длину изделия. Сейчас еще длина, допустим, 100 сантиметров. До проймы у вас, допустим, 25 сантиметров, что в среднем такая, ну, такое среднее число, да? То есть здесь у нас сюда, я нарисовала прям сюда стрелку, сюда у нас 75 сантиметров. Хотя образец, я вижу, там не 100 сантиметров, там где-то 85 сантиметров. Это я так на 100 взяла, но по образцу я бы сказала, там 85 сантиметров, не больше, потому что 100 это уже будет к колену. Вот, ну пусть будет 100, да? Значит, 70, на расстоянии 70, вот вы определили по плотности 68 сантиметров, сколько у вас, и 53 сантиметра, сколько у вас петель. Допустим, здесь у вас 100, а здесь у вас 80 петель вышло. Это значит, что вам по бокам нужно убрать 20 петель, вот до проймы. На протяжении 75 сантиметров вязания вам нужно равномерно убрать 20 петель, то есть 10 петель отсюда и 10 петель отсюда. Тоже 75 сантиметров по плотности вязания вы вычисляете количество рядов, и количество рядов делите на 11 сантиметров. Допустим, количество рядов у вас 120, образно опять же,
делите не на 11 сантиметров, а на 11 частей, потому что у вас будет 10 убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот криво нарисовала. Но промежутка вот этих у вас 11 между вот этими убавками. Поэтому и делим. Через 11 рядов. То есть в каждом 11, 10 рядов промежуток, в 11 делаем мы закрытие петель. Вот понятно, да? Общее количество рядов поделили на 11 промежутков и получили число как бы между вот этими сокращениями. Это понятно. Итак, таким образом мы уже знаем, через сколько рядов нам сокращать. Это еще до начала вязания. Далее мы по сантиметрам вот прикладываем к себе, определили мы длину, далее определяем высоту кармана. Опять же, это еще не начиная вязать, это все мы определяем до этого. Значит, допустим, здесь у нас 30 сантиметров до проймы, сам карман у нас 20 сантиметров. И до проймы у нас остается 25 сантиметров. Это тоже мы определили, да, где у нас находится карман. Итак, начинаем вязать. Набираем 68 петель. Начинаем узором рис и вяжем 30 сантиметров до кармана. При этом делаем по плану в каждом 11 ряду сокращения. Провязываем по 2 петли вместе в начале и в конце ряда. Далее вывязываем карман. Карман там вижу либо пришит, либо привязан. Ну, я бы сказала, что он привязан, то есть цельновязанный карман. Здесь два отверстия. Я думаю, в интернете вы легко найдете, как связать такой карман цельновязанный с боковым как бы разрезом. Если нет, пишите в комментариях, я с удовольствием сниму видео, оно будет достаточно нужным нам и в последующем, так что напишите без проблем, я с удовольствием сниму, если не найдете как карман, потому что я сейчас как бы на пальцах вам не объясню, это нужно отдельное видео на этот вот как бы участок, ну, в общем, на этот карманчик. Значит, 20 сантиметров мы вывязываем этот карман, при этом же по бокам делаем сокращение. Далее вяжем еще 25 сантиметров, делая только сокращение до проймы. Пройма, девчонки, там очень мало проймы, она очень-очень неглубокая, такая мягкая. И я бы сказала, что здесь у нас 2, 1, всего 5 петель, и больше не надо, рукавчик остается спущенным, 2, 2, 1. Если уж у вас совсем тонкие нитки будут, тонкая пряжа, то добавьте еще 3 здесь, скобки возьму на всякий случай. Вот, но я бы этого не делала, потому что потом у нас не получится спущенный рукав, а нам же нужно вот эту модельку. Хотя можно потом добрать петли, но я там не вижу, что петли добирают. В общем, мы сделали эту пройму. Далее, вот, когда мы сделали это, здесь у нас где-то 5 сантиметров. Далее мы переходим по центру на вот эту вот, на вот этот узор. Второй, на эти полосы. Начинаем мы с изнаночной глади, вот с этой, оно хорошо потом будет виден этот переход, и вот по центру мы определяем где-то 2/5, да, 2/5 вот этого вот расстояния. Вот так визуально я просто смотрю на эту модель. Я не знаю, смотрите вы, если у вас тоже так визуально получается. Значит, если здесь у нас, ну, в общем, все число петель делим на 5, и если 50 петель, я 50 петель разделить на 5, это 10, то 2/5 это будет 20 петель, а здесь по 15, это для понимания. И отделяем вот эти вот. Ой, 20 петель, а здесь остается
по 15. И теперь далее в каждом четвертом ряду. То есть вы вот начали с изнаночного, с изнаночной глади, провязали 4 ряда. Вот отсчет ведите с 5 ряда, а далее это будет в каждом четвертом. Мы по одной петле перемещаем сюда. То есть забираем из основного узора и переводим его в этот дополнительный. И мы будем вот таким вот образом здесь в четвертом, 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 по одной петле вправо, влево перемещаем. И узор нам будет расширяться. Какая функция этого узора, девчонки? Очень правильная и нужная при этом узоре. Вот если посмотреть на образец, здесь этот узор, он имеет свойство стягиваться вот так вот, и благодаря этому у нас очень красиво садится горловинка. Вот видите, вот поэтому эту кокетку я считаю делать обязательно именно в этой туничке. Она несет очень большую ответственную функцию, да, вот этого вот стягивания на горловине. Так, далее по скосу рукава делаем обязательно по 4 петли скос, закрываем. Не знаю, сколько у вас там будет петель и сколько будет этих закрытий, неважно. Далее у нас остаются петли горловины довольно широко, где-то 25-30 сантиметров. Здесь у нас в ширину не меньше, 25-30. Вот обратите внимание, что здесь достаточно широко. Потом мы будем это вязать в круговую уже вместе с спинками, как бы сейчас мы закрыли вот эти петли плеча и оставили. Вот эти оставили, здесь у нас закрыто. Вот здесь центральные петли 25-30 сантиметров мы оставили открыты. Далее спинку набираем тоже колечко. Вяжем все точно так же. Единственное, что мы не делаем карман и мы не делаем вот эту вот кокетку другим узором. Мы вяжем точно так же до этой точки, но только основным узором. В этой точке мы соединяем петли переда и спинки в одно цельное вязание и вяжем в круговую. При этом нам нужно закрывать петли по бокам, вот здесь вот, для сужения. Сужаем мы в каждом втором ряду через ряд по одной петле с боков. Вот, чтобы получить вот это вот сужение горловины. Ну и вяжем до нужной нам высоты, да? Это уже в круговую. Можно, конечно, закончить как две детали, но я бы этого не делала, потому что если вы будете боковушки сшивать, у вас нарушится структура вот этого узора. Видите, на горловинке он собран, опять же эффект вот этой собранности. Его не будет, если вы будете детали сшивать. Так что вы можете плечики оставить открытые петли, сшить петля в петлю и далее продолжить вот это туда. То есть на спинке этот узор второй будет только отсюда, на горловине, на переде он начинается отсюда, эта кокетка. Вот, и уже в круговую здесь это все закончить. Вот, девчонки, я думаю, я очень понятно объяснила и думаю, что справлюсь. Если совсем уж будет сильный отклик на это платье, я его свяжу, конечно, и попетельно. Для меня эта проблема не составляет. Значит, я служу вам, поэтому любой ваш каприз, девчонки. Вот, что коса еще не сказала, что всегда спрашивают по поводу пряжи. На это платьюшко рекомендую какой-то кашемирчик, что-нибудь очень мягкое, падающее такое. Даже пухнорки подойдет, он очень хорошо как бы работает, он не грубый, он очень нежный, мягкий и такой вот весь такой приятный. Вот на это платье я бы его рекомендовала. По поводу количества, вообще сейчас говорю не о пухе норке и не о кашемире с Алиэкспресса, вообще говорю, если, допустим, другая пряжа, то где-то 200-250 грамм в 100 граммах. Вот то, что я вижу на фотографии, метраж. Ну и опять же, если покупаете в магазине, выбирайте, девчонки, очень мягкую, такую падающую, не грубую, нежную пряжу. Вот. И расход, ну, 600-700 граммов. Вот. Да.
А спицы четверка, 4, 4,5. Ну все, девчонки. На сегодня это все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.